Саш, поздравляю с победой. Твои эмоции, впечатления? Только положительные. Получили хорошие эмоции перед сезоном. Считаю, это должно хорошо повлиять на состояние команды и всех, и болельщиков. Только положительные. Пока еще тяжело гореть, надо еще есть переварить, но отлично, все хорошо. 1-1 после первого матча, это такой довольно хрупкий счет. А как настраивались на игру и какая была установка на эту игру? Потому что важно было сыграть надежно в обороне, прежде всего. Я считаю, что счет нас все равно более-менее устраивал, но тренер сказал сразу, что ни в коем случае не думайте там играть по счету, у нас только победы, мы играем дома при своих болельщиках, мы должны показать атакующий футбол, что мы, в принципе, и продемонстрировали. Динамо удивило по сравнению с первой игрой? Нет, мы полностью их разобрали и, считаю, ничем не удивили, играли точно так же, как и первую игру, поэтому мы их превзошли. Гол в раздевалку как-то сказался на настроении? Да, не скажу, но понятно, что все равно ты такой чуть не мандраж, а не знаю, чуть разочарование, потому что мы полностью контролировали ход поединка, 2-0 выигрывали, могли спокойно уходить на перерыв, но этот гол нелепый штрафной. Ничего, главное, что мы вышли с таким же настроем, самоотдачей, и показали хорошие тоже во втором тайме в нашем исполнении футбола и достигли положительного результата. А в перерыве тренер что сказал? Ничего, гнуть свою линию, ни в коем случае не отталкиваться от результата и продолжать также давление создавать на оборону соперника, и что мы и делали, и забили гол, и в принципе ничего, продолжать гнуть свою линию, и все, что мы в принципе и сделали. Во втором тайме Динамо нужно было отыгрываться, тяжело ли было сдерживать прессинг Динамо? Какой-то был период матча, когда мы отдали еще инициативу, но потом и гол, и даже чуть раньше, на минуте 70-й, 80-й, по-моему, стало чуть полегче. Мы начали играть на контратаках, и то у нас неплохо получается. И я думаю, что мы создали больше проблем Динамо, чем они нам.